Николай Заболоцкий, старая актриса. В позолоченной комнате в стиле ампир, где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. За трапези, похожая она на щегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь, Боже, какая актриса была и какими умами владела! Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жива ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своевольем капризного нрава. Орденов ей званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как никогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И неважно, неважно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале бесприютная девочка спит на полу, на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира. И когда ее старая тетка бронит и считает, и прячет монеты, о, с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства?